Сильный ветер в Красноярске не утихнет до воскресенья. Спасатели просят горожан быть осторожнее, обходить стороной рекламные щиты, не подходить к оборванным линиям электропередач и не парковать машины возле деревьев и строек. В субботу синоптики обещают метель. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. При этом ночью похолодает всего до минус 8, днем до минус 4. А вот в крещенскую ночь в Красноярск все же придут морозы. Правда, совсем небольшие температуры опустятся до минус 17 градусов.